Ребята, с вами Мирослав, и сегодня я вам расскажу о том, как я решил закачать себе наборы текстур. Это наборы текстур старого Майнкрафта, но не отчаивайтесь. Это Майнкрафт старый, было, можно сказать, не то, что интереснее нового, но там просто многие вещи были получше. Например, вы, наверное, смотрели много моих видео о том, как у меня просто белая пшеница. Вот вы сами ее видели. А теперь у меня пшеница совершенно другая. Я, кстати, эту пшеницу вел у своих друзей. Спросил, они мне посоветовали этот набор текстур. Также я советую его вам. Хочу сказать, что он бесплатный. Так что заходите, ищите этот набор текстур. И все у вас будет так же красиво, как у меня. Также посмотрите, вон грядки, вон мой штаб, грядочки. Ем водички, у меня картошка изменилась. Представляете, моя картошка теперь стала новая. Теперь мы заживем. Кстати, ребята, в курсе, меня удивляет Майнкрафт тем, что там можно делать то, что невозможно. Например, вы в реальной жизни стали есть сырую картошку. Ну, конечно, раньше люди это ели, но теперь в Майнкрафте сырая картошка дает столько же сытности, сколько и печеный. Также посмотрите, у меня обновились стекла, я вот решил просто зайти в инвентарь и бам, свяжу стекла. Мне стекла очень нравятся, вон они какие классные. Теперь они у меня не как были. У меня также поменялись изумрудные блоки, раньше они были как алмазные, такие просто гладкие. Но нет, теперь у меня на них есть еще такой красивый узор. Так что, ребята, это очень-очень здорово, что у меня теперь вот такие вот текстуры Майнкрафта. Ну, другие стекла, разумеется, тоже поменялись, только у меня в том, что у меня булыжник замешал и стал виднеться сильнее. А если к нам приедут в деревню проверять, сразу видят, что где-то подвох. Ну ничего, увидят, что у нас вот такие вот текстуры. Ну и смотри, тут есть кожный шлем. В принципе, я скажу честно, мне этот кожный шлем совсем не нравится, потому что я привык к старым, но все равно как-нибудь потерплю. Еще изменились карты с локатором и без локатора, что тоже очень хорошо. Ну, давайте еще пойдем, посмотрим, что же еще в моей деревне стало новым. Так, идем. Вот и поворачиваем сюда. Как вы знаете, в нашей деревне теперь уже совершенно официально закончили ремонт. И смотрите, теперь еще у нас редиска поменяла текстуры. Хотя, вообще, на старых версиях Майнкрафта вот эти вот редиски из пеклы, их просто не было. Но теперь она у нас есть. То есть, получается, мы смешали старую версию Майнкрафта благодаря текстурам и смешали новую версию Майнкрафта. В принципе, это рабочее, потому что из новой версии Майнкрафта у нас новые, соответственно, блоки и броня, а из старой у нас текстуры. Вот мы смешали все. Вот теперь у нас даже дом мэра, как видите, совершенно другой. Вот так вот выйдем. А у мэра наш, кстати, стал очень хороший. Наконец задел яму, потому что я не представляю. Ну, давайте еще посмотрим. Ну, в принципе, парочная стойка изменилась. У меня изменились изумруды. Я давно хотел себе такие изумруды. У меня изменился редстон. Знаете, ребят, больше всего я обрадовался тому, конечно, что у меня изменились изумруды, пшеница и картошка. Вы можете не поверить, но я ради этого как раз и заканчивал Майнкрафт. Так что теперь мы играем в старом Майнкрафте с новыми предметами. В общем, мы смешали все и сразу, и получили у меня самый интересный Майнкрафт. Спасибо за внимание, всем пока. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И на моем канале будет выходить больше интересных видео. Всем пока.